Всем привет, чувачки, с вами Мелскел, и со мной сегодня Женя. Гав, всем привет. И сегодня мы будем с Женей играть в мод Crazy Colors в Among Us. Под прошлым роликом вы набрали очень много лайков, вообще под многими роликами вы набрали лайки, так что не изменяем традиции, ставим лайки. Сегодня мы с Женей будем играть в Crazy Colors. Так, я создаю комнату. А я готовлюсь с нее присоединяться. А на какую хочешь? Давай так, ты не играл еще в этот мод, ты решаешь. Давай базовую скелт, стандартную самую. Скелт, хорошо. Мелскел. Йоу, всем привет. Здравствуйте, говорится Земля. Привет, земляне. В общем, теперь я скидываю вам телеграм-канал, ссылка на который есть в описании, код комнаты, чтобы вы все зашли. И также, если вы не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, потому что тут очень много роликов по Among Us выходит. Разные, вообще очень разные. И я играю со своими подписчиками, поэтому если вы не подписаны на канал, как я вообще с вами поиграю? А вот мои подписчики все зашли. Вытипайте какие. Путана. А ты тоже сначала Путин прочитал? Нет, у меня такого нет еще. Правила все помнят. Цвета меняются постоянно. Мы играем без ников и костюмов. Мы голые. Мне что, раздеться нужно? Не-не, оно само разденет, не переживай. Смущает меня этот мод. Короче, все, я нажимаю старт, я думаю, все поняли правила. Каждые 20 секунд у нас будут меняться цвета, и это будет очень сейчас сложно. Так, я член экипажа. Ой, мы все с полотенцами на голове. Слышишь, с одним человеком на самом деле очень сложно играть. Поэтому, если что, имей в виду, что если ты увидишь кого-то, он может цвет поменять, и ты сразу не поймешь, что там вообще произошло. Кто-то уже двери заблокировал. Меня чуть не закрыли в столовке. Синий. Не предатель, хотел я сказать. Стоп, а ты нашел предателя? Я бегаю с не предателем, потому что он то один цвет, то другой. Я буду прикрывать его. Не подходите к нему. Так, синий. Так, он теперь желтый. Так, а со мной синий. А ты какого цвета вообще? Я черный сейчас. А, я тебя вижу. Привет. Я белый. Black Lives Matter, ты должен выжить. Так, я слежу за желтым. Смысл тебе следить, если ты до кнопки, если добежишь. Только если прям горячий труп найдешь, тогда выиграешь. И другой фигня. Так, нашли какой-то труп. Мне интересно, старый, не старый. Вообще непонятно что. Так, в электро. Да, в электро. Угу. Возможно, это саморев. Смотри, можно попробовать, знаешь, по позициям. Типа первый, второй, третий, четвертый. Вот четвертый вроде бы розовый всегда будет, но это тот же чувак. То есть можно подумать, что это вот он. Ну, блин, это сложно. Если его убьют, то он вниз спустится. Короче, непонятно будет все равно. Тут нужно прям горячий труп найти. Горячий труп. Короче, ясно, скипаем. А может, его реально сейчас? Не-не, это бессмысленно на самом деле. Просто будем выкидывать членов экипажа. Это так не работает. Это же просто, это и без никнеймов, и цвета меняются. То есть назвал человека типа убил черный, потом цвета поменялись, и все, и непонятно, кто убил. Прикинь, могут поменяться прям за секунду там до репорта или во время репорта. То есть, пока вот эта кнопка светится. Короче, я все жду, когда эти моменты будут странные. Когда ты такой, это был красный! И красный реально поменял цвет, и ты такой. О-о-о. Так, а ты какого цвета? Я сейчас белого. Так, я тут файлы кидаю, возможно, я сейчас цвет поменяю, тут уже не белый будет нести цвет. Не, все еще белый. У меня щиты есть, кстати говоря. О, а ты какого цвета? Вот я к тебе пришел. А, это ты зеленый? Я зеленый, да. О, погнали. Поехали. Так, ты меня не убьешь же? Щиты не ремонтируются. Не-не, я обычный член экипажа. Да, все, ты точно нет. Так, коричневый бежал. А давай за кем-то следить. Если это не ты не предатель, то прикольно бы за кем-то последить. Ух, ё-моё. Откуда тут так много людей? Я что-то не понял. Ты тоже испугался? Да, подожди, ты какого? Ты где? Я вот сейчас данные загружаю. Да. Два зеленых стоят. А, ты там еще находишься? О, у меня первый раз этот питомец такой стикман. За мной тоже бегает. Так, я труп нашел. Я оранжевого нашел. Я нашел оранжевого в электрике. Давай попробуем заменить. Смотри. Четвертый был розовый. Он сейчас черный, и он пишет, цвета сменились. Так, ну давай, стой. Еще подумаем на него, да? Хорошо? Помониторим за ним. Я видел, кто-то из люка вылез в навигацию, но я забыл цвет. Я его подозреваю, он очень палевный. Ну, какой-то странный, да. Будем думать на него, но самое главное, чтобы нас сейчас не убили. Я просто очень надеюсь, что нас сейчас не убьют. Ну, нас двоих точно не убьют. Но если вдвоем будем бегать, то да. Ну, давай сейчас, смотри, сделаем такую штуку, как заманим просто. Ой, почему за черт? Это ты проголосовал, да? Пятый, это не я розовый. А, странно. Давай я сейчас в электро зайду один, а ты пойдешь и посмотришь, кто за мной зайдет. Ты где-то вот за бензином спрячься или типа того. Ой. Так, ну я в электро нахожусь. Типа, делаю здание, и ко мне кто-то должен прийти и убить. Это ты? А мы сейчас не выживем, да? Кислород не починит? Сейчас прикольно, если мы умрем от кислорода. Я тут в электро сейчас стою, смотри, кто зайдет, чтобы потом свежий труп. Я просто такой заору сразу же, когда меня убьют. А ты такой сразу же найдешь мой труп и репортнешь, и увидишь, кто. Читы. Так, бирюзовый, теперь черный. Я просто сейчас, знаешь, смотри, план. Либо четвертый это. Пятый еще странно, что за четвертого проголосовал. А это ты бирюзовый, стой. Ты бирюзовый. Нет, я сейчас зеленый. Так, синий что-то подозрительный. Зашел, вышел. Так, это я зеленый. Синий что-то заходит, выходит, слышишь? Да, это безумие какое-то. Что-то он два задания выполняет сразу. Стой. Смотри, он сейчас скачивает задание. Нас закрыли вообще здесь только что. Ладно, я тебя оставлю с синим. Да, оставь меня, оставь. Я сейчас зеленый. Мне кажется, это синий был, который зашел.
перешел. Но сейчас он не синий. Он бирюзовый сейчас. Нашли тело, стоп. Класс. Здрасте, а где? Ты запомнил, кто там был? Бирюзовый репортнул, смотри. Так, мне кажется, бирюзовый. Я тоже думаю, что он. Труп возле реактора. Труп возле реактора. Кто там был? Так тебе сказали такие, а, ну это я был вообще-то у реактора. Был вроде розовый, был рядом. Розового нет уже. Розового цвета вообще быть не могло. Я думаю, бирюзовый. Он не был, ты понимаешь, там. Короче, я думаю, бирюза. Розовый мертв, розовый он не мог видеть даже похожего на розовый, только красный. Но красного тоже нет. А, ну может он цвет поменял, слышишь? Нет, он был бирюзовый, бирюзовый убежал. Я не менял цвет, но и он тоже не поменял, значит. Давай попробуем. Мне кажется, да, потому что он как-то подозрительно оправдывается. То есть он просто не умеет врать. Но четвертый пишет, почему самореп, типа, защищает теперь. Тип, ну ок, так, стой. А белый до сих пор тот же, который там был. Да? То есть четвертая позиция вот эта вот. Да, да, тот же самый белый. А он, в принципе, так соглашается. Так, стоп. Он пытался что-то оправдать, а потом, когда мы. Так, зеленый за второй за второго. Зеленый за тебя почему-то проголосовал. Ну, я потому что подозрительно его выкидываю. Не был предателем, блин. Да как? Это очень тупо. Мы сейчас поступили, просто человека выкинули. Тут вообще каждая жизнь считается прям. Я за четвертого все-таки теперь подозреваю. Я розовый сейчас. Опа, закрыли нас что-то. Мне кажется, мы с самого начала догадывались, кто на самом деле. Если того накажется, то это будет у нас просто зеленый! Зеленый в вентиляцию прыгает. Так, зеленый, да? Да. Так, зеленый. Почему я это не увидел? А он просто туда сюда прыгал так вот? Если бы он не вылез, то я бы не понял, что это он. Ты шо? Да не шо. Если бы ты не вылез, я бы не понял, что это ты, вот что я ему говорю. А он реально вылез, начал прыгать, скакать, уже понял, что спрыгнул. Да блин, просто всю катку сейчас запортил. Мамка, спад, ты забыл. Я устал играть. Уже пора спать. Так, ноль предателей осталось. Победа. Так, я создаю новую комнату. Давай на мирочки. Там на мирочки вообще на самом деле прикольнее всего. Там же люки соединены, и предатель может туда-сюда бегать, прыгать. Да, давай. Нифига ты, я его еле успел. Нифига, я забыл про тебя вообще, если честно, я ребятам скинул. Больше так не поступай. Не делай так, пожалуйста, это страшно. Реально испугался, что ли, внезапно? Да, типа, нифига себе. Так, все, стартуем. Погнали, фокус продельничаем. Гоу, начнем играть. Так, я член экипажа, ты? Я член экипажа. А ты какой цвет? Я вот черненький. Ага, все, хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что будем делать? Так, коричневый сканится. Так, свет вырубили. Фиолетовый. Тут можно... Антон, я придумал ловушку. Какую? Мы прячемся друг в друга, одного убивает, а второй репортит. Так, а где? А, точно, можно же так делать. Офигеть! Я в столовке сейчас нахожусь. Так, столовка, я бегу. Там кто-то побежал к тебе. Вот это ты, коричневый? Нет, я вот белый. О, привет. Коричневый почему-то зашел, вышел. Так, стоп, что? Он кнопку нажал. Может быть, красный, что? Не понял. Он саботаж не чинил. Ну, что-то такое себе. Он мешал свет чинить. Это странные пруфы. Уже цвета поменялись раз, а во-вторых, я тоже не чинила. Я тоже не чинил, потому что я думал, в толпе грохнут. Черный отмазывается, как будто он красный. Я не знаю, за кого голосовать. Мут по жизни мой сейчас. Скип. Не, ну типа, это очень странно. Не, они сейчас. Мы сейчас потеряем члена. Ты какой цвет был? Белый вроде. Не, я забыл, какой цвет. Два предателя, Антон! А я случайно два, походу, поставил, сори. Не, ну тут мы не выиграем. Два предателя, желтый тут. Меня желтый пугает. Мы Украина с ним сейчас. Оп. А ты какой цвет? Я синий сейчас. Это странно. Там все что-то в связи собрались, мне кажется, там будет труп. Я думаю, что труп будет сейчас возле меня. А ты предатель? Стоп. Нет. Меня все подвисают, пинг под 1000. Меня выкинуло. Серьезно, выкинуло? Да, выкинуло только что меня. Капец. Скелтон сейчас не перегружен, короче. Да, походу. Эх, тебе выкинуло? Ты не играешь сейчас вообще? Ой, убили. Ух ты, 5 трупов! Чего, блин? А, ну тебя выкинуло. Так, а какой я цвет? Я не знаю, какой я цвет. Какой я цвет? А, понял. Кто-то в люк, но я цвета не увидела. Какая досада на балконе. Мне кажется, синий. Просто наугад уже. Я просто не понимаю, на самом деле, кто предатель. Предатель может быть абсолютно любой человек, даже тот, с которым ты разговариваешь по Дискорду. Слышишь, короче, у меня тут такое совпадение. Я предатель. А ты предатель? Да. Но я так много не убивал, я всего лишь одного грохнул, а тут уже минус 4. И я, кстати, не знаю, кто мой напарник, ты прикинь. А ты можешь его убить? По идее, не могу. Но я не знаю, какой цвет он. Не был предателем. О, мой бог. О, победа. Это был коричневый. Ух ты, круто. Классная игра. Давай еще раз на мирочки. Давай. Мяу. Так, все, я скидываю ребятам код комнаты, они сейчас подключатся все. Смотри. Раз, два, три. Петросян. Мышь. Петросян. Ты даже смеешься, он тут шутку еще не рассказал. Петросян. Это по-гейски уже, хватит, давай, начинай. Так ты так и сказал, типа, Петросян. Нет, он через И. Петросян. Петросян.
Член экипажа, член экипажа. Один предатель. Так, я член экипажа. Ой, у меня заданец. Ой, у тебя тоже ключом повернут. А что, ключ только у одного? Какого цвета у тебя ключ был? Так, свет потушили. У меня черным вроде же. Черный и там брелок. Мы так не модно одеты, с ушками, как это называется, летучая мышь и костюм железнодорожника. С нами паук, ты понимаешь, да, летучая мышь, это не железнодорожник, а или железнодорожник. Да, какой-то рабочий просто. Я не могу выговорить, я говорю... Я прикидываю, что выговариваю. Так, тут я вижу одного чувака уже, оранжевый из трубы выходит, так подозрительно на самом деле. Вообще-то я оранжевый. А, серьезно? Привет! Так, Антон, а мне кажется, ты импостер. Почему я? Ну, потому что... Так, тут ко мне желтый зашел. А DC это мертвый DC? Типа серым чувак на пультах? Нет, это отключен вроде бы. Там если мертв, то красным подсвечивается. А. Они там, кстати, тоже цвета меняют, имею в виду. Ой, мне тут свет выключили. Ой-ой-ой, сюда салатовый зашел. Будь осторожна. А где, где, что такое? Я сейчас в исследовательской до сих пор нахожусь. У меня тут два задания было. О, это был... Салат, салат, салат. Да я салат, в смысле, коричневый. Да он только что салатовым был, теперь я салатовый. Он желтый. Желтый, думаю? Нет, не желтый. Я по этим штукам смотрю. Он вроде он желтый. Он цвет поменял. А как, почему он? А че я желтый? Напишите что-то в чат. А у тебя пишут что-то? У меня заключили все. Я вообще стою тут это, на мониторах. Репорта нет? Нет. Да, я репортнул. Ой, я слышу, у тебя пилим-пилим. Я вообще, мы тут бегаем все. Коричневый проголосовал. Чего? Коричневый вот дохлый. Нет, красный. Что происходит с Among Us? Мы в разных играх, может, и по-честному. Задание выполняется, что? У меня коричневый проголосовал. Что? Только я скипну. Я не понимаю, что сейчас происходит. И сейчас мы просто играем, выполняем задание, а ты там голосуешь сам с собой. Я не понимаю, почему. Вообще мог как бы снимать и не звать. Мог только, даже подписчиков не мог сам поиграть в одиночку. Так прикинь, я заспаунился там, где, типа, кнопка. Что сейчас было? Тебя выкинуло? Да, что за рассинхрон такой жесткий. Короче, давай покинем игру, я не знаю, что за херня. Давай на скелде. Давай скелд уже. На скелде, кстати, лагов не было. А как ты посадил? А, я сейчас скинул. Я испугался. Я знаю, где ты живешь. Знаю твои паспортные данные, номер телефона. Ты понял меня? Все, стартуем. Мне страшно. Все, поехал. Так, я член экипажа, ты? Я тоже. Ты какой цвет? Я коричневый. О, мы с тобой предатели, Женя! Мы с тобой предатели, прикинь! А ты какого? Ты какого цвета? Я голубого! Чего? Антон, прости. Мы вдвоем? Серьезно? Нет, нет, я не предатель. Я с ним в Дискорде. Антон, извини. Это карма, это жизнь. Стоп, ты серьезно сейчас не предатель? Я не предатель. Ах ты, падла. Это самая смешная уловка. Я просто коричневого наугад. Он тоже предатель, да? Смотри, зачем в ДС быть? Коричневый обиделся, что мы в Дискорде. А ты меня сейчас не выкидываешь? Голубого тебя, да. Да как так меня выкинули? Боже мой, да неужели это так сложно одного человека в начале игры? Ну вы что? Я ору. Ты голубой. Вообще ты такой, ахаха, мы предатели. Так ты понимаешь, я цвет поменял, когда кнопка нажалась. Типа вы не того выкидывали, я был зеленого. Как? Вы сейчас бы выкинули не меня по итогу. Ну это угарно было, согласись. Ух, ах ты падла, я подумал, мы вдвоем. Я еще такой типа обрадовался. Ой, труп. Ой. Не, ну ты падла, честно. Фу, это вообще гениально было. Если бы тебя выкинули, это вообще мега ржач бы. Давайте наугад, классно. Короче, скипаем. Не, ну ты падла, честно, так нечестно. А коричневый был вначале с тобой, да? Да. Так я подумал, блин, а вдруг мы вдвоем попадемся, поэтому тебя переспросил, и ты такой, я коричневый, я такой думаю. Я такой запнулся, я называл первого, кто был передо мной, слева коричневый, стоял такой, коричневый. Я такой, пошли, типа, с коричневым побежал. Фу. Щеки свело от смеха. Два предателя, опять Антон. Ты забыл одного поставить? Так, я вроде бы с этим бегу. Я с предателем бегу, мы друг друга не подсвечиваем. Да. А, все. Так вычислять, значит, можно. Я убил. Ой, труп нашли. Не моего трупа нашли, это другого нашли трупа. Ух, лол. Ну, по идее, сейчас не сам реп, а типа чувак просто... Всем привет, меня зовут Влад, значит, ты Гленка. Делайте задание, мы победим в управлении. Красный предатель, да? У нас только что таймер возобновился для убийств, и я сразу же убил. Как мы найдем предателя, если нифига не знаем, у кого какой цвет? Нереально. Реально. Надо было слушать Женю в самом начале. Так вы бы выкинули не меня, ты понимаешь? А почему цвета поменялись перед репортом прям? Так...
Ты прикинь, просто повезло. Да повезло то, что типа еще меня не выкинули. Ой, выкинули наоборот, и цвета поменялись. За меня почему-то красный проголосовал, страшно. А я убил и сразу кнопку нажали, или репортнули, я не понял. Удачно прям. Да. Репорт налетел, нашли. Нет, с двумя предателями это слишком сложно в таком режиме. Даже один хард. Я случайно поставил, я не знаю, почему оно так. Ты такой довольный, радостный. Блин, вот как так? Почему ты не вылетел? Почти идеально было. Ой, а что, я себя не вижу? Ага, да, все в электро. А, я вижу, ты черный, да? Нет, я голубой. Коричневый второй. Ой, закрылись. Вы тут впятером. Они почему-то все вместе тусуются. Ой, я убил. Коричневый, да, свидос. Ой, я побегу. Ну, это вин. Так, коричневого нашли. Черный нашел. Ну, что ты ржешь до сих пор? Это не смешно. Облапошил меня просто. У тебя просто такой... Женя, мы предали... Я хочу посмотреть в это видео, как минимум, чтобы посмотреть, какое у тебя лицо было в тот момент, когда ты понял, что я хочу тебя репортить. Это невозможно, ахаха, возможно. Как у вас там обстоит? Короче, они, ну хотя задание у меня одно осталось. Они, короче, пытаются выиграть благодаря заданиям. Выполняй, кстати, тоже, ты ж привидение. А, меня выкинуло. Ой, я один не скипнул, ой. Почему-то желтый голосует, ну короче, непонятно, за кого все голосуют. Они не понимают вообще, как. Ну потому что я хороший предатель еще. Ну как хороший? Вас просто двое. Два предателя, одного человека убить, и мы выиграли, все. Я хочу попробовать поиграть предателем, вот хотя бы в твоем ролике попробовать, получится ли. Не получится. Смотри, я сейчас поприкалываюсь, Жень. Смотри. Куда смотреть? Правый, на щитах. Так я в меню сижу, какой щиты? Блин, меня сейчас выкинут, я в люках. Я цвет поменял. Успел? Да. Сейчас, за кого не будет? Синий. А почему синий? Ты какой? Я был голубым, когда меня обнаружили. А теперь какой? Я сейчас синий. При мне в щитах. Сейчас. Синий при мне в щитах. В люк. Выкиньте голубого, алло. Прикол не получился. Тебя выкинули? Да, ну потому что я по люкам прыгал специально. Как ты не успел? Да блин, я дурак, что полез потом обратно в столовку, меня бы не обнаружили. А, ты типа свой свет спалил потом? Да, я вылез просто в столовке, и меня реально увидели. Антон, это был идеальный раунд, идеальнейший, ты мог выжить. Я мог убить, я просто такой, ну мне скучно стало просто убивать и выигрывать. Ну ладно, он сейчас тот чувак кого-то убьет, и все будет хорошо. Мне до сих пор непонятно, кто второй. Еще один. Я надеюсь стать с тобой предателем, попробовать. Да я уже стали, спасибо, я больше не буду тебе говорить. Ой, убил только что, круто. Было. О, еще вы выиграли? Не, почти, еще один труп и все. Я сейчас твоего напарника выкину, ты не думал об этом? Тогда мы проиграем, да, и я лох, и я всех подставил. Не, ну это было самое эпичное вообще, что только могло быть. Я выключил электричество. Ты призрак, выключающий свет? Да. Какой-то неправильный призрак. Где полы хоть помой? А ты выполнил все задания? Нет. А выполни, там таск заполнится, и вы сможете выиграть. Я тебе уже 5 минут говорю, я в меню сижу. А-а-а! В меню игры. Меня выкинуло. А-а-а! Так, сейчас будет репорт. Нашли тело. О, мой бог, о, мой бог. Сейчас наугад твоего друга. Я уверен, что не выкинут. В электричке. Ты подошел к москвичке. Ты мне все советовал какой-нибудь сервис по прослушиванию музыки установить. И слушать шансон буду. Рекомендация дня, знаешь что? Мне кажется, самореп, но это не точно. Нет. Так, кто выиграл? Кого выкинули? А, мы выиграли, предатели, вин! Победа! Это было круто, мне понравилась катка. Меня выбросили, правда, ни за что. На этом все, спасибо большое, что досмотрели это видео. С вами был Милоскал и Пушистый Волк. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на Антона, подписывайтесь на меня. Ставьте обязательно лайки. Всем пока. Пока-пока, чувачки.